компании проекта «Экспресс-карьера». Да, каждый день, вот это второе, да, на меня не хватит людей. Каждый день девушки уходят в декрет. Да, кого-то увольняют с работы, кому-то урезают зарплату, и каждый день кто-то в интернете задумывается о том, что неплохо было бы подработать, да, или найти основной вид заработка именно через интернет. Поэтому людей хватит на всех. Бывают новички пишут, что я ничего не понимаю. Да? Поймите, что это временно. Мы все так начинали. Для меня это тоже был новый вид деятельности. Я многое не понимала вначале. Главное дать себе время и разбираться. Если вы чайник в компьютере, да, если вы чего-то не умеете, то это легко решается. Обращайтесь также к спонсорам. Уже практически на каждый вопрос у нас снято видео. Да, если какие-то технические моменты в компьютере, то вы можете просто зайти на канал YouTube, ввести свой вопрос и найдете наверняка видео, посмотрите видео, все встанет на свои места. Да? Вы же сможете посмотреть видео и понажимать на кнопки, которые там показаны. У нас есть партнеры, которые, когда зарегистрировались, даже не умели копировать и вставлять тексты. Сейчас это успешные интернет-предприниматели, да, они всему научились, и они в звании золотой директор, старший золотой директор и выше. То есть было бы желание, научиться можно всему. Ну и часто говорят, я не умею уговаривать. Поймите, что мы здесь никого не уговариваем, мы даем людям, показываем людям возможности, да, и каждый человек сам решает, воспользоваться этими возможностями или нет. Ребят, меня слышно? Как-то чат такой у нас сегодня. Вялый, нет сообщений в чатах. Теперь расскажу, что же мне дала компания Oriflame, да, как я живу теперь. Ну, во-первых, у нас нет кредитов и долгов, да, все погашено. Самым главным для меня является то, что у меня уже огромная дружная команда, да, уже партнеры, те, которых я приглашала, тех, которых я обучала, уже зарабатывают. Это очень приятно понимать, что ты каждый день помогаешь кому-то, да. Личностный рост. Конечно, я стала намного увереннее в себе за это время. Уверенность в себе появилась в завтрашнем дне. Ну и, конечно, более здоровый образ жизни. Я открыла для себя продукцию Wellness. Если вы не знаете, обязательно просмотрите, да, на том же официальном сайте. Это коктейли Wellness, витамины замечательные, пэк, с которыми лучше, активнее себя чувствуешь, да, не устаешь. Что еще? Компания дает нам признание, да? Мы ездим каждый год на банкеты директоров. Банкеты директоров проходят в столице родной страны. И для меня очень важно, опять же, что в прошлом году я на банкет ездила одна, а в этом году со мной было уже 12 человек из моей команды. Все получили чеки, да, букеты, все побывали на сцене, получили свои минуты славы. Ну и поздравляли меня в Новосибирске, также вручали конфетти, да, вручали чеки мне, то есть то, чего раньше не было в моей жизни, сцена, цветы, подарки. Мы поменяли машину, я получила права, что еще? Ну сейчас покупки делаются легко, да, если я захотела себе телефон, то просто пошла его и купила, не нужно брать кредиты. Подарки. Для меня это гордость, что сейчас я могу преподносить своим родным вот такие подарки. Да? 21 сентября у меня у мамы был день рождения. Я подарила ей путевку на 13 дней в один из лучших санаториев Алтайского края. Она была в нем в 99 году и очень мечтала побывать там снова. Вот такой подарок я решила маме преподнести, да, и каждый год пообещала ей какое-то новое путешествие. Что еще? Ну, конечно, уволилась с основной работы. Когда я зарегистрировалась, у меня было две такие самые-самые заветные мечты. Первое – это никогда больше не выйти на работу, а второе – купить квартиру. Да, с работы я уже уволилась, и в марте 2016 года мы купили дом. Из однокомнатной квартиры в 30 квадратных метров мы переехали в огромный двухэтажный дом.
И, конечно, спасибо компании Reclaim за то, что дала мне такую возможность. Конечно, это пока ипотека, но сейчас я могу позволить себе такой ежемесячный взнос, да, и сейчас я абсолютно спокойно себя чувствую. Если... Так, верните слайдик какой? Этот? То есть, когда мы брали в ипотеку свою однушку, это был стресс, потому что я работала на наемной работе, а это всегда неоднозначность какая-то, да, нестабильность, потому что тебя могут завтра уволить, тебе могут урезать зарплату. Сейчас я абсолютно спокойна, потому что я работаю в очень стабильной компании, которой в следующем году исполняется 50 лет, да, которая не кинет, не уволит, не урежет зарплату. Ну и сейчас, конечно, мы с удовольствием делаем ремонт. Сделала для вас фотографии обещанные, да, обещала на прошлом таком вебинаре, что все покажу. Вот такая раньше у меня была кухня, 5,5 квадратных метров. Вот такая кухня у меня сейчас, 14 квадратов. Большая кухня, да, на которую влазит вся бытовая техника, которая у меня есть. У нас есть даже погреб, да, под кухней такой, выложенный кирпичом погреб, в котором соленья, варенье хранятся. Что еще? Вот такая была раньше прихожая, ну, где-то, наверное, 1,5-2 квадратных метра, а сейчас у меня прихожая больше, чем комната в однокомнатной квартире была. Почти 30 квадратов просто прихожая. Ну и ванная комната, да, была маленькая, сейчас это вот такая большая ванная, в которую влезла мебель, о которой я давно мечтала, да, со светодиодной подсветкой, все, что хотела. То есть раньше стоял вопрос, где взять денег, а сейчас тоже бывают сложности, но они другие, да, просто идешь в магазин, выбираешь, и сложность в том, что лучше выбрать, потому что уже можно не обращать внимания на цены. Просто ищешь то, что тебе вот очень-очень понравится. Ну и, конечно, сейчас у меня есть личный кабинет в доме. Первый год работы я работала рядом с маленьким ребенком за икеевским столиком, сидя на полу. Да, это к вопросу, что недавно мне написали, извините, у меня нет, я не могу работать, потому что у меня нет рабочего места в доме, да. Так вот, первый год я работала, сидя на полу за ноутбуком. Второй год работы я работала на кухне. И сейчас я вот смогла позволить себе личный кабинет в доме. Это уже пассивный доход, да, я сказала, что пассивный доход мой составляет порядка 150 тысяч рублей в месяц. Это значит, что я могу уже не работать. Ну, если честно, переехав в дом, да, занимаясь ремонтом, я уже меньше времени отдаю работе. Да, 2 года я потратила активно проработав, да, каждый день по несколько часов в день. Сейчас, то есть я уже, ну, то есть я могу зайти на час в день, могу, если у меня нет времени, не заходить, не открывать ноутбук совсем, да, с телефона там поотвечать на сообщения. Вот так. Уже чувствуется пассивный доход. Ну и, конечно, я съездила вместе с компанией в сентябре этого года на Кипр и в Сочи, да, на золотую конференцию. Я первый раз была вообще за пределами нашей родины, и сразу это Кипр с потрясающей природой, да, с пальмами, с бассейнами, с Средиземным морем. После Кипра мы поехали в Сочи, и там встретилась я опять же с партнерами из своей команды. Что самое, да, запоминающееся. Поймите, что для ваших спонсоров самое главное это не просто путешествовать, а путешествовать вместе с вами. Поэтому обязательно квалифицируйтесь на Болгарию в следующем году и на лайнер, да, поплывем вместе. Бонус, о котором я говорила, после регистрации вы получите у вашего директора личный сайт, он может выглядеть так, может немножко по-другому, но это будет личный сайт с информацией о проекте, да, по которому люди смогут регистрироваться именно в вашу команду. Ну и для кандидатов и новичков, да, вы имеете как минимум право попробовать. Если вы попробуете, есть два варианта, получится или нет.
Если не попробуете, то вариант остается всего один. И если вы ждали знака свыше, то это он. Да? Идите, делайте, и все получится. На этом у меня, в принципе, все. Я могу открыть чат, поотвечать на ваши вопросы. Давайте разберем, новички, кандидаты, какие есть вопросы, сомнения, возражения, пишите. Постараюсь ответить, развеять все сомнения ваши. Могу сказать от себя, что за 3 года работы ни одного минуса я здесь не увидела. Сплошные плюсы. И обязательно разбирайтесь, вникайте, не бросайте ни в коем случае, потому что многие бросают, да, потом возвращаются обратно, потеряв время. Спасибо огромное. Рада за ваш успех. Я надеюсь, что я через год буду на подобном вашем вебинаре. Буду радоваться за ваш успех точно так же, как вы сегодня за меня. Так, убегает чат. Много ли регистрации у вас было поначалу? Ребят, ну здесь по-разному, да. Я не буду судить только по себе. У меня изначально было много регистраций, потому что я очень много работала. Если у вас сейчас что-то не получается, не отчаивайтесь. Да? У меня есть партнеры, у которых месяц-два месяца ничего не получалось. Поймите, что это все с опытом приходит. Нужно поменять какие-то свои действия, да, связаться со спонсором, может быть, поменять текст, который вы отправляете людям. И все это постепенно наработается и отладится. Я открыла звание директора через 10 месяцев работы. Да, но сейчас это происходит уже быстрее, потому что у нас обновленное обучение, да, у нас уже есть результаты, которые мы можем показать. Да, если у вас пока нет личных каких-то результатов, то показывайте на примере вашего спонсора, да, что это все реально. Так, какая сейчас у тебя мечта? Дом есть. Сейчас у меня появилась, именно после Кипра, у меня появилась мечта путешествовать. Естественно, первостепенно для меня сейчас дом, да, ремонт в доме доделать, а потом уже можно со спокойной душой путешествовать по всему миру. Так, запись. Эти вебинары будут отправлены в чатах, да, следите, если кто-то захочет. Сколько часов работы нужно новичкам? Галина, ну здесь очень спорный вопрос, да, бывает, что человек, смотря как вы это время потратите, можно 2 часа просидеть за компьютером и сделать что-то полезное, да, порекрутировать, например. А можно 2 часа просидеть за компьютером, в это время отвлекаясь на соцсети, да, просмотреть несколько раз фотографии друзей своих в соцсетях, сказать, что 2 часа провел за компьютером, а по сути по работе вы ничего не делали. Старайтесь планировать свой день. Если вы даете себе 1 час на рекрутирование, то в этот час вы забываете про скайп, вы забываете про, там, про все сообщения, вы просто сидите и рекрутируете. Да, потом вы себе выделили час на общение, допустим, с командой, и в этот час вы занимаетесь только общением с командой. Потому что если перескакивать с места на место, то это очень отвлекает ваше внимание, и в итоге будет сделано меньше. Не идет рекрутинг, кучу методов перепробовала, как настроить голову. Ребят, вот здесь как раз правильно написано, именно настройка головы должна быть, да, выгоняем тараканов. Во-первых, вы должны нормально относиться к отказам, да, понимать, что не могут все работать в компании Oriflame. Постепенно у вас выработается иммунитет на отказы. Во-вторых, я очень советую всем всегда пересмотреть фильм «Секрет». Даже если вы уже его смотрели, пересмотрите заново. Я смотрела его уже огромное количество раз. Если, там, не знаю, сдуваюсь я, да, ну, я тоже живой человек. Если мне какая-то мотивация и подпитка нужна, то я пересматриваю фильм «Секрет». Мне очень помогает, в том числе и для рекрутирования. В голове каша, Оксана, это нормально абсолютно. Дайте себе месяц, полтора месяца, все по полочкам разложить. Да, кому-то для этого нужно 2 недели, кому-то месяц-полтора, но это время нужно себе дать. Я рекрутировала на холодными контактами, да, на досках объявлений в социальных сетях.
теплыми контактами. Опять же, да, если вы приглашаете своих знакомых первое время, пока у вас нет личных результатов, и кто-то отказывается, не отчаивайтесь. Да, у меня сначала знакомые говорили, мы в это с трудом верим, когда ты добьешься результатов, тогда мы пойдем за тобой. А сейчас те же самые знакомые говорят: Лен, ну надо было раньше начинать. Сейчас уже поздно. Это просто люди, которым, ну, которые не готовы пока. Они могут прийти к вам позже. Так. Сложно рекрутировать, нет откликов. Значит, нужно делать большее количество действий. Да, завести, допустим, не одну страничку ВКонтакте, а 10 страниц и приглашать в друзья. Подать не 10 объявлений, а 100 объявлений. То есть здесь работает количество. Количество постепенно в качество переходит. Спасибо вам за такие отзывы. Очень приятно. Через сколько у тебя была первая регистрация? Ну, если вспомнить, то через неделю примерно была первая регистрация. Я начинала и в соцсетях работать, и на досках. Я вам советую не рассматривать один метод, а попробовать 2-3 хотя бы, и постепенно вы поймете, где вам комфортнее. Так, второй месяц уже не получается. Елена, это нормально. Бывает, что не получается 1-2-3 месяца, а потом как попрет. Так. Так, все уж правильно. Всегда есть спонсоры, к которым можно обратиться за волшебным пенделем. Так. Что еще у нас здесь? Елена, для чего нужен отрыв? Что это такое? Сергей, ну лучше со спонсором связаться, вам объяснят подробненько. Но если кратко, то по возможности спонсор, да, помогает вам строить одну веточку под вами. По возможности, опять же, не нужно надеяться только на спонсора. Да, сесть, ножки свесить и ждать, когда вы деньги начнете получать. Нужно действовать самому. И вам нужно, когда у вас уже стабильно идут регистрации, обязательно посоветовавшись со спонсором, начинать вторую ветку. Да, без спонсора ее начинать не нужно. Именно нужно взять, то есть попросить совета у спонсора, когда это лучше сделать. То есть у вас должны расти как минимум две ветки параллельно. Да, чтобы, если вы, например, на 15%, нижние не должны вас подгонять. Да, вы, например, на 15%, а партнеры под вами там на 12, на 9. Вот так должно быть. Вас не должны догонять по уровню. Спасибо, Катя. Так, после регистрации мне пришли сообщения, что есть подарок, что с ним делать. Маргарит, лучше к спонсору обратиться, и вам все-все-все расскажут. У нас бывает, что директора, например, по своей структуре, по своей команде проводят конкурсы, да, это может быть подарок именно вот в таком конкурсе. Поэтому обязательно свяжитесь с директором или со спонсором, вам все объяснят. Так. Что за свой сайт? Это тоже к директору. Да, каждый директор выдает партнерам сайт для работы. Были ли моменты отчаяния? Конечно, были. Многих наверняка не поддерживают родственники или муж там, да. У меня было то же самое. У меня большая семья, я уже сказала, и каждое застолье, каждый праздник заканчивался тем, что мне говорили: Лена, куда ты вообще ввязалась? Брось ты это все и высыпайся. Да, и только тогда, когда мы купили дом на новоселье, мне с каждым тостом говорили: Лена, какая ты молодец, что нас не послушала тогда. Это все временно, да, и это все пройдет. Какой метод? Ребят, давайте по рекрутированию вечерние вебинары, да, в том числе сегодня по бесплатным доскам объявлений, по Авито будет вести вебинар мой ключевой партнер Татьяна Вершинина, классный спикер, да, и об этом методе все расскажет. Так. Сколько у меня веточек? У меня уже 4 ветки на 22%, я сапфировый директор. И сейчас 5-я ветка на 18%, 6-я на 15%. До Нового года планируется открытие звания бриллиантовый директор.
Так, какой фильм? Фильм «Секрет». Спасибо за комплименты. Так. На досках выложила объявление, а сдвига никакого. Нужно либо выбирать другие доски, либо менять тексты объявлений. Спасибо огромное. Мне очень приятно получать такую обратную связь от вас. Спасибо огромное, что вы досидели до конца. Спасибо за внимание. Обещали, уложились мы в час вместе с вопросами и ответами. Спасибо, спасибо, спасибо вам. Тогда заканчиваем. Если вопросы появятся, уже определились, да, что обязательно обращаемся к спорту.